Доброй традицией для Альфа-банка стало ежегодное подведение итогов своей деятельности. Анализ, проделанный в 2013 году работы, показал значительный прирост в сотрудничестве с розничным, корпоративным и массовым бизнесом. Несмотря на довольно нестабильную обстановку в экономике в целом, малый и средний бизнес в Кузбассе продолжают вкладывать в свое развитие. Самыми активными пользователями кредитов стали компании угольной промышленности, сферы торговли и агропромышленный комплекс. Мы достигли портфеля в 1,5 миллиарда долларов. Вот, и увеличили наше количество клиентов на 35% по итогам года. Количество клиентов в сегменте от 10 миллионов долларов с годовой выручкой составило 249 клиентов. Более 6 миллиардов рублей ушло на кредитование частных лиц. На треть увеличилось число кузбассовцев, взявших кредит наличными. И тех, кто предпочитает займы, которые можно оформить прямо в магазине. Но самой популярной услугой стало предоставление кредита по карте. По статистике, в Европе у каждого работающего гражданина есть 2 банковские карты, в Америке – 3. И только в России 1 карта приходится на 10 человек. В этом плане Альфа-банк идет навстречу своим клиентам и предлагает удобные варианты оформления карты. Например, в режиме онлайн, прямо на сайте. Задаются параметры, что бы вы хотели – получать бонусы, скидки, мили, что вас интересует-то? Клиент ставит галочки. Клиент ставит галочки, какие бы условия он хотел получать, какая процентная ставка его интересует, какой грейс-период. И на сайте генерится, какие карты ему могут быть предложены. Положительная динамика отмечается и в кредитовании малого бизнеса. В 2013 году кредитный портфель в этом направлении вырос на 50%. Более 1500 кузбасских предпринимателей выбрали для обслуживания своего бизнеса Альфа-банк. Кроме того, было запущено несколько новых продуктов, которые помогают малому бизнесу развиваться и ориентироваться в сложных экономических и даже юридических вопросах. Вы можете позвонить в консьерж-службу, оставить запрос, и в течение рабочего дня вам придет полный ответ со ссылками на все нормативные документы, что, почему и как. Банкротство, любой вопрос, касаемый бизнеса, вы можете задать и получите на него ответ. Это все входит в стоимость абонентского обслуживания данной услуги. Дополнительная оплата никакая за это не берется. В текущем году намечены запуски новых продуктов, расширение парка банкоматов и открытие новых отделений. В планах у Альфа-банка постоянно улучшать уровень обслуживания клиентов и стремиться стать основным банком на каждый день. Ольга Дурных, Константин Червяков, новости моего города.